Алло, Феві, ти на каналі A-Wipe, я ваш сенсей. Long time. He bring me the horizon, з пісні Doom. Life at the Royal. Это топчик, это топчик. Открывающая песня концерта, которая... Тот, кто просил. Момент в первом припеве вашу душеньку просто унесет в какое-то третье измерение, четвертое, пятое, неважно какое, но вы улетите. Люблю концерт, люблю. Поэтому концерты. Давайте же мы. А, и главная фишка с оркестром. С оркестром. Вот что. Но это дополняет. Короче, давайте без лишних слов. Просто насладимся этим шикарным выступлением. Олик, рви наши душеньки. Начало какое уже. За что я люблю оркестр, а? Он прям сразу погружает. Аж мурашки. Ну, песня просто вау. А с оркестром да это вообще? Да ты шо, оркестр погружает начало еще такое. Вообще такая вот эти... Прикольный дирижер какой-то, неформал тоже такой. Сколько там инструментов разных? Да вообще, ты шо? Капец. Там еще у всех разные тональности. Да, да. Это ж капля. Мое почтение. Еще добавляется постоянно. Это, я понимаю, аранжировка, так аранжировка уже. Да. Всем аранжировкам аранжировка. Аранжировка, да. И так весь концерт, господи, это... Поэтому советую к просмотру. Так прямо аж... Вообще, я тащусь. Тоже такое слегка перетянутое интро, но... Давайте выходите, ребятки, выходите, да. И сразу так. Так тихонечко, так оркестр, так. Вообще, мне нравится вообще. А такая сейчас машинушка будет. Стартуем. Подпевают, а?
бух, и прям на контрасте просто... Хорош вообще. Божественно, просто божественно. Совсем... Так нельзя. Так нельзя, ну. Когда все прям... Без комментариев даже, мне нечего добавить. Это реально было круто, реально было круто. Хорош, прям такой душевный оргазм, что ли, слуховой. Можно вообще никак не комментировать это все. Да, я все, что надо было сказать, между делом. Господи, это там такой концерт охрененный был. Вообще четкий. С оркестром, мне кажется. Это вообще всегда круто. И чтобы Олег на концертах тянул свои левые. Ну, не прям везде он тянул, но он старался. Старался, да, видно, что старается. Чтобы обычно вообще жопа. Да. Красавчик. Ну, все понятно. Если у вас пробежали где-то мурашки, значит, все хорошо. Значит, вы шарите. Да, вам прошу. Даже те, кому вообще металл не нравится, вот это зайдет. Не, ну это вообще что-то такое прям. Просто must-see смотреть всем. Потому что это вот тот трек, который вот, ну, ведет вас в эту вот шальную дорожку тяжелой музыки вместе с БМТХ. С БМТХ. Все, Вадик на сегодня закончил. Просто, знаете, вот на фоне, когда играет скрипка, это вот как добавляет. Да, атмосфера там такая, что вообще... Если бы была, конечно, нормальная аудиосистема, чтобы можно было где-то попробовать разобрать инструменты, которые находятся где-то сзади, и их, где-то там. Или, чтобы просто их поискать. То, вот, насколько там было все многослойно и многоинструментально. Да, я все сказал. Что всем спасибо. Ссылочки все в описании. Залетай. И всем пока.